И всем, гайз, всем снова я, Айс Айс Крим, и сегодня мы продолжаем играть в Бравл Стар с моим братом Ронином 297. Я хотел сказать, идем до свидания. Ему, кстати, выпал сегодня Карл, да, ему повезло. А мы сегодня будем открывать, получается, 13 ящиков. 2 больших и 11 маленьких. Давайте же начнем с маленьких, да? Погнали! Так, никого здесь. Ой, ну зато хотя бы что-то заработаем, если обилить. Никто не выпадет. Кстати, поздоровайся. О, 8. Я не думаю, что у тебя сегодня выпадет. Я не думаю, что у них сегодня выпадет. Потому что, ну, блин. Еще открываем, ребята. Это обалдеть. Я думаю, что мне тоже кто-то выпадет. Но если не выпадет, то мне уже Тара выпала. Это обалденно. О, двоительные жетоны. Я еще в плакачке две Талы. Погнали, а, давайте о, еще. Этот откроем. Там что-то может быть. Никого. О, ну ладно, забираем эти. И открываем этот. Никого. Ну ладно, Тара. Тара, обалдеть, я же заикаюсь. Тара, ребята, это Тара, а посмотрите. А у меня выпал Калл. Это Тара. А у меня Калл. Это Тара. Это Тара. Ты видишь? Тара. Ладно, ребят, а на этом с вами будет заказ. Нет, давайте сыграем за Тару. Готов? Я за Калл. Обалдеть, я такого не ожидал, что Тара выпадет. Ну, я думал, что Роза может выпасть. Ну, Тара, это вообще... Инстаграмчики! Не, она Инстаграм выпадается. Или это обычно так? Что? Отстреляйся, отстреляйся. Все, испугалась она. Смотри. Беги хотя бы куда-то. Тебе спанусь. Чекаем. Все, вот вали. Ай, блин! А где Биби это? Где? Она где-то здесь. Она там в кустах. Вот она. Еее. Столкновение, ребята. Мы сейчас победим. Ой, не делай. Так, я уже забываю. Марко. Динамайк, точно. Динамайк. А, ладно, ребят. А на этом мы с вами будем заканчивать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Не забывайте в магазине проверять эти всякие штуки. И не забывайте копить ящики, потому что это вам даст большой шанс, что кто-то выпадет. Ну что ж, а на этом мы с вами будем заканчивать. Всем удачи и всем пока-пока.